Действительно, подобрать слова, чтобы описать боль и горечь утраты и трагизм того, что происходило 15 лет назад. Символично, наверное, то, что наша встреча, этот памятник погибшим, находится у источника, у святого источника, а именно воды хотели те, кто оказался в те дни заложником. 3 дня без пищи и без воды. И никакие просьбы передать живительную влагу для тех, кто страдал, находясь в плену, в заложниках, не смогли разжалобить сердца террористов. Страшно сегодня вспоминать эти события, но мы обязаны это делать из года в год, изо дня в день, и помнить всегда, помнить эту страшную трагедию во имя того, чтобы она никогда не повторилась. Пожалуй, то, что произошло, в современные дни не было более страшной трагедии.